Продается коттедж в собственности площадью 424,4 квадратных метра. Итальянская мебель, 3 гаража, земельный участок 13,5 соток на Черном мысу. Здравствуйте, в эфире программа «В центре событий», в студии Анна Марченко. Смотрите в этом выпуске. Президент России Владимир Путин провел более чем трехчасовую пресс-конференцию. В этом году региональщиков вниманием обделили. Золотые роды. В Думе округа развернулась острая дискуссия по строительству перинатального центра в Сургуте. И подарите детям праздник. Сургут Интерновости запустили новогоднюю благотворительную акцию «Елка добра». Как будем выходить из экономического кризиса? Кто виноват в украинском конфликте? На главный вопрос этого года ответил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве. На встречу с главой государства собрались более 1000 журналистов, в том числе и съемочная группа нашей телерадиокомпании. 18 декабря сюда, в Москву, приехали более 1000 журналистов ради одной цели – задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину. Мои коллеги приехали с различных уголков нашей страны, а также из других государств. Пул вопросов достаточно широк. Конечно же, будут заданы вопросы по поводу экономической обстановки в России. Также, вполне возможно, кто-то из регионов задаст вопрос про социальные обязательства, которые были прописаны в бюджете, ведь уже проходила информация о том, что лимиты государственной казны будут урезаны на 10%. Чтобы повысить свои шансы, многие участники конференции пытались выделиться на общем фоне. Виктор Бурматов, корреспондент газеты «Диалог» из города Камышин Волгоградской области, ради того, чтобы его заметили, подготовил яркую майку. Президенту молодой человек собрался задать вопрос о будущем мелких провинциальных городков. Для развития города чего-то не хватает. Всего это нужно дать какой-то, придать импульс, а его нет. Инвесторы в какой-то последний момент уходят. Вот сейчас надеялись на чемпионат мира, очень было время, но уже все более очевидно, что он нас не затронет. Во вступительном слове Владимир Путин расставил многие точки над «и». Несмотря на все турбулентности на финансовом рынке, федеральный бюджет в этом году будет сверстан с профицитом. То есть доходы будут превышать наши расходы на 1,2 триллиона рублей. Это примерно 1,9% ВВП. Это стало возможно за счет роста экономики. Несмотря на обвал рубля, в целом страна этот год прошла в плюсе. Рост ВВП 0,7%. В рамках торговли с другими государствами наша страна заработала 148 миллиардов долларов. А рекордный урожай в 104 тонны зерна заставляет успокоиться по поводу продовольственной безопасности страны. Чего не скажешь об экономической. Безусловно, если ситуация будет неблагоприятно вот так развиваться, то нам придется вносить какие-то коррективы в наши планы. Безусловно, придется что-то сокращать. Но также безусловно, я хочу это подчеркнуть, как говорят специалисты, отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Как минимум по двум причинам. Во-первых, рост мировой экономики будет сохраняться. Темпы снижаются, но рост точно будет сохраняться. Экономика будет расти. И наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года два. На пресс-конференцию ездила и наша съемочная группа. Главный редактор телерадиокомпании «Сургут Интерновости» Анна Серикова хотела задать один из важнейших вопросов для югорчан – сокращение северной надбавки. К сожалению, задать вопрос не удалось, несмотря на яркий костюм Ханты, привлекающий внимание всех, кто приехал на мероприятие. Я очень расстроена тем, что в этом году также не удалось задать вопрос, хотя привлекала я внимание как могла. В этом году меня немножечко смутили таблички «Резерв» в зале, потому что в прошлом году все было гораздо проще, можно было занять выгодную позицию, выгодное место. В этом году вот появились таблички «Резерв».
В этот раз пресс-конференция закончилась в обозначенное время, поэтому многие вопросы журналистов остались без ответа. Однако темы, которые успели обсудить за 3 часа, практически полностью охватили внешнюю и внутреннюю политику государства. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут-Интерновости. Думе Сургута 20 лет. 20 декабря 1994 года состоялось первое заседание парламента Сургута. Тогда в представительный орган власти избрали 13 депутатов, которые дали толчок развитию местного самоуправления. В далеком 94-м году страна переживала нелегкие времена. Люди только начинали строить свою жизнь, исходя из рыночной экономики, а не директив сверху. В первый созыв избрать депутатов получилось только со второй попытки. Дума тогда состояла из 13 парламентариев. Работа над уставом муниципалитета, распределение бюджета. Уже тогда народные избранники определили принципиальные позиции. Во-первых, неприкосновенность расходов на зарплату врачей и педагогов. Во-вторых, развитие города, исходя из интересов сургутян. И этот замах, и эти планы строились с учетом и исходя из тех взаимоотношений бюджетных, которые были ранее, которые позволяли городу многие средства распределять по собственному усмотрению на объекты, которые городу действительно необходимы. И многое в этот период удалось сделать, исходя из действительно нужд города, а не общероссийских окружных программ, которые трафаретом ложатся на все муниципальные образования, безотносительно, что сегодня в муниципальном образовании важнее. За 5 созывов сформировались определенные тенденции. Например, полная вовлеченность депутатов в городские процессы. Когда было необходимо, народные избранники включали режим ручного управления. В истории с совхозом «Северное» – завершение возведения социально значимых объектов, которые в конце 90-х, казалось, никогда не достроят. Долго и мучительно у нас ЗАГС строился. Сегодня с этих объектов вот, детская поликлиника, которую поставили, тоже ее по большому счету в свое время собирались реализовать, продать. Ну, все-таки сумели, отстояли. И в округе получили мы деньги на строительство. Сейчас в Сургуте создана система управления, которая позволяет принимать взвешенные решения и до минимума сводить возможность ошибки. Глава города должен принимать решения с учетом Думы. А Дума – это вовлечение жителей нашего города в принятие решений через свое представительство. А КСП – это тот орган, который следит, чтобы все места слабые были прикрыты и правильно расходовались деньги. Когда решение вот принимает вот эти вот 3 структуры, 3 органа местного самоуправления – КСП, администрация, Дума, а сверху глава, и город развивается, и жители довольны. Сейчас спектр проблем и задач у народных избранников прежний. Правда, начиная с 4-го созыва, проработкой вопросов занимается аппарат Думы. Профессиональный подход повышает качество принимаемых решений, а это отражается на нашей с вами жизни. Наталья Бабушкина, Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут-Интерновости. Центральный банк России отозвал лицензию у Тюмень-Агропромбанка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Причина – неисполнение федеральных законов и высокорискованная кредитная политика. Во вторник банк по факту остановил обслуживание своих клиентов из-за финансовых трудностей. По данным из открытых источников, 2000% акций владел Сургутский хлебозавод. А сам банк работал на территории Югры, Ямала и Юго-Тюменской области, а также в столичном регионе. По величине активов Тюмень-Агропромбанк на 1 декабря 2014 года занимал 370-е место в банковской системе России. Тем временем ситуация на фондовых рынках России стабилизировалась, курс рубля по отношению к иностранным валютам резко пошел вверх. Этому способствовали интервенция Центробанка, а также решение регулятора о повышении ключевой ставки до 17% годовых и приближающийся отчетный период по налогам. Позитивно восприняли на рынке и итоги пресс-конференции Владимира Путина. Однако на этой неделе по стране прокатилась волна паники среди вкладчиков и держателей карт самого крупного банка России – Сбербанка. Основана она на слухах о блокировке карт Visa и MasterCard, неработающих банкоматах и нехватке валюты в отделениях. Все это представители финансового учреждения опровергают. У нас сейчас нет ограничений никаких совершенно. Мы продаем столько, сколько клиенты хотят, и по всем основным видам это
Я посмотрю, если вдруг могла где-то кончиться, знаете, иногда бывает наплыв какой-то, но даже в этом случае, ну, зная, что сейчас повышенный интерес, мы лимиты увеличили во всех офисах, у нас там достаточно валют, чтобы любые потребности совершенно удовлетворить, вот, поэтому вообще никакой вот здесь нет проблемы. Взносы на капитальный ремонт домов до 2018 года повышаться не будут. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Югры. Соответствующее поручение дала глава региона Наталья Комарова еще в ходе ноябрьского обращения к жителям округа и депутатам. Новый приказ отменяет ежегодное повышение платы на 6%. Напомню, размер взноса рассчитывается в зависимости от количества квадратных метров помещения в многоквартирном доме и от типа здания. На ближайшие 3 года он составит от 8 рублей 55 копеек за квадрат в деревянном доме до 13 рублей 85 копеек для панельных домов с лифтом. Строить или без него обойтись можно. Среди депутатов окружной думы на заседании в Ханты-Мансийске возникла острая дискуссия о возведении перинатального центра в Сургуте. Необходимость медицинского учреждения, впрочем, никто не оспаривает. Все дело в цене. Депутат Евгений Марков заявил, что строительство центра обойдется почти в 10 миллиардов рублей, что делает его уникальным по стоимости. Причину дороговизны объекта депутат Марков видит в том, что его предполагается возводить по программе государственно-частного партнерства. Мы говорим, что есть, опять же, что есть другие классические формы финансирования, есть для этого соответствующие источники, есть для этого возможности. И мы считаем, что этот объект, с учетом всех платежей за ресурсы, которые мы можем привлечь, он минимум нам может обойтись на 2 миллиарда дешевле. Минимум. Плохо мыли учебные классы, посуду и допустили нарушения в процессе приготовления блюд. Прокуратура Югры обнародовала результаты проверки ситуации в 31-й школе Сургута. Напомню, что осенью этого года инфекцию подхватили больше 40 учеников и 2 педагога. 6 человек были госпитализированы в Сургутскую окружную клиническую больницу. По нарушениям прокуратура оштрафовала сотрудников образовательной организации, предприятия питания и 2-й городской поликлиники. Также по информации ведомства в отношении одного должностного лица решен вопрос о привлечении его дисциплинарной ответственности. В Сургутской окружной клинической больнице провели больше 10 тысяч анализов на выявление раковых заболеваний. Сейчас в СОКБ можно пройти 14 тестов онкомаркеров. У пациента берут кровь на исследование, результаты готовы спустя примерно 10 дней. Как правило, сдавать анализы онкомаркеры отправляет лечащий врач. Однако у всех желающих есть возможность пройти тест самостоятельно, но на платной основе. В Сургутской ОКБ он стоит примерно 300-400 рублей. Все исследования выполняются на новейшем оборудовании. Однако стоит отметить, что пока не существует идеальных онкомаркеров со 100% чувствительностью. И эта диагностика в основном проводится не для выявления заболевания. Онкомаркеры, они придуманы были изначально не для диагностики злокачественных опухолей, а все-таки для наблюдения за пациентами, которые уже были пролечены по поводу злокачественных опухолей, и плюс для подтверждения диагноза, то есть в комплексе диагностических мероприятий по установлению диагноза злокачественной опухоли. Вот. Но основная их, так скажем, цель, миссия – это контроль за качеством проведения лечения злокачественных опухолей и также своевременное выявление рецидивов. Когда счет на дни в рубрику помощи тяжело больным сургутянам может каждый, обратились друзья и родственники Ксении Булаховой. У нее рак кожи, который требует срочного лечения. Гранюш, ты чего застеснялась-то? Сегодня заботы о маленьких Владе и Веронике легли на плечи бабушки Любови Андреевны. Ее дочь Ксения очень долго пыталась родить. И спустя 7 лет, наконец, судьба подарила ей счастье – двойняшек. Однако малышам не исполнилось и года, когда их мама узнала о своем страшном диагнозе. В апреле она обратилась в больницу. У нее на левой ноге родинка. Эта родинка, ну, припухла. Вот, когда обратилась в больницу, значит, ей разрешили удалять ее лазером. Да, ей разрешили удалять, и я так понимаю, после удаления родинки берутся какие-то анализы, вот, которые как раз и показали, что у нее меланома.
С тех пор Ксения почти не выходит из больницы. Она перенесла хирургическое вмешательство в нашем городе, затем поехала на операцию в Тюмень. Лечение оказалось неэффективным, и мама двойняшек обратилась в Москву, в клинику «Евроонко». Столичные медики пообещали помочь и назначили Ксении 4 курса жесткой химиотерапии. Препараты оказались не по карману семье, и они были вынуждены просить помощи у всех неравнодушных сургутян. Мало когда обращалась за помощью куда-то, она всегда сама. Но если кому-то нужна была помощь, то она просто делала все. Вот она, как бы, у нее такое самопожертвование даже какое-то. Сейчас Ксения вместе с мужем находится в Москве. Продав машину и гараж, а также благодаря помощи друзей, знакомых и неравнодушных людей, семье удалось собрать 1,5 миллиона на первый курс химиотерапии. Нужно еще 3, и их нельзя прерывать. До второго этапа лечения осталось около 2 недель. Не должны дети страдать. Она их так ждала 7 лет. И чтобы эти ангелочки остались без мамы, не должно быть такого. Сегодня родственники и друзья Ксении обратились за помощью в Сургутнефтегаз, где работает семья Булаховых. Но решения о выделении им материальной поддержки пока еще нет. Вся информация есть в ВКонтакте в группе «Булахова КД Хелп» и на нашем сайте indifisnews.ru. Подарить Ксении шанс на жизнь может каждый, а может каждый, можешь и ты. «Подари детям праздник» телерадиокомпания «Сургутинтерновости» запустила благотворительный новогодний проект «Елка добра». Мы приглашаем всех сургутян принять участие в акции по сбору подарков для ребят из Центра помощи семье и детям «Апрель». Подробнее Светлана Стебенькова. Дебют акции «Елка добра» состоялся в прошлом году. Телерадиокомпания «Сургутинтерновости» решила организовать утренник для ребят, которые встречали Новый год в стенах противотуберкулезного диспансера. Также огромное количество подарков отправились к своим маленьким хозяевам в реабилитационные центры. Огромное количество счастливых глаз, огромное количество радостных детей мы увидели. Ну и, конечно, это послужило огромным стимулом для того, чтобы продолжать начатое. В этом году подарки отправляются в Центр помощи семье и детям «Апрель». Там ребята с ограниченными возможностями здоровья и те малыши, которые оказались в сложной жизненной ситуации, с нетерпением ждут ярких машинок, красивых кукол, развивающих игрушек, интересных мозаик. Коробка для ваших подарков для детей уже установлена в магазине «Зебра» на улице Ленина, 52. Это не дебют наш, принятие участия в благотворительных акциях. Наша организация «Бэбиленд», которая находится в магазине «Зебра», в лице нашего руководителя и нас тоже, постоянно принимает участие в таких акциях. Это самый большой праздник, самый волшебный праздник, который ждут именно все детки. Продлится «Елка добра» 2014 до конца декабря. Покупая подарок для вашего ребенка, мы надеемся, что вы не обойдете вниманием и малышей, которые очень ждут ваших подарков. Мы передадим новогодние презенты детям прямо во время праздничного утренника. Генеральный партнер акции – компания «Югра ПГС», партнеры – магазин «Зебра» и компания «Торговый мир». Подарите детям праздник, ведь Новый год – время волшебства. Светлана Стебенькова, Дарья Давыдова, Сергей Коликов, «Сургутинтерновости». 19 декабря россияне отмечают праздник святителя Николая. После Бога второй заступник, говорили наши предки. Также его называют покровителем путешественников, мореплавателей, купцов и детей. Еще на Руси Николая считали защитником несправедливо осужденных. Он является одним из самых почитаемых святых в православном мире. По народным приметам, на Николу нельзя никому грустить, а то это принесет суровые морозы. По уже сложившейся традиции, сегодня в Сургут прибыл епископ Ханты-Мансийский и Сургутский владыка Павел. Он осветил новые колокола в Свято-Никольском храме и отслужил литургию. Сегодня православные христиане Русской Православной Церкви и нашей епархии знают Никольский храм. Здесь сургутяне знают святителя и очень почитают. И сегодня то количество народа, которое сегодня присутствовало за Божественную литургию, говорит о том, как народ относится к святителю Николаю. На этом выпуск завершен. Хороших вам выходных. До свидания. Удивительный, чудесный карнавал цен. В лучших традициях Нового года подари себе радость. Мягкого, верного друга. Празднуй с друзьями. Магазины «Все для дома». Дом уюта «Экспо Мебель».
Компания «Сипромстрой» открыла собственный отдел продаж в 38-м микрорайоне. Уникальное предложение – квартира от 2 миллионов рублей. Покупая квартиру в 38-м микрорайоне, вы получаете возможность приобрести собственное парковочное место всего за 100 тысяч рублей. Телефон в Сургуте 600-190 или обращайтесь в отдел продаж по адресу. Город Сургут, Тюменский тракт, 6/1. Вход со стороны ТРЦ «Аура». Удачная покупка та, которая приносит удачу. Уникальные акции от салона кожи и дубленок «Флорида». Соверши покупку и участвуй в розыгрыше ценных призов, главный из которых – две путевки на двоих в Анталию. Город Сургут, проспект Ленина, 16. Приглашаем в новую вип-сауну «Урарту». К вашим услугам – три зала с финской и турецкой парилками, а также бассейнами, мини-бар, караоке, гидромассаж, Wi-Fi, уютные комнаты отдыха, бесплатные горячие напитки и банные принадлежности. Улица Нагорная, 1/1. Телефон 25-16-16. А почему все так дешево? Да потому что мы не жадные. В магазине «Пятерочка» подарок новогодний. В гостях у пингвинят 700 грамм. Всего 219 рублей. Скидка 26%. «Пятерочка» – удивительно низкие цены. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на Магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. И о погоде на 20 декабря. Здравствуйте, в студии Алина Белявская. В шубке от салона меха и кожи «Соленика Лизиони». Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Пусть удача и везение погостить зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас совсем. Весь декабрь – новогодние скидки. В субботу среднее Приобье окажется в зоне влияния атмосферного фронта, сопровождаемое шлейфом снеговой облачности при температурном режиме на 8-9 градусов выше климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, временами снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха – -5, -10. Утром переменная облачность, возможен небольшой снег. На столбиках термометров около 6 градусов мороза. Днем с прояснениями возможен кратковременный снег. Направление ветра юго-западное 3-8 метров в секунду. Температура 2-7 ниже 0. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В сети салонов обуви «Саламандр» новогодняя акция. Скидка 50% на вторую пару. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитный фон неустойчивый. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Построй яркий мир с Lightbricks. Легендарный конструктор с подсветкой. Собери, соедини, зажги. 5 суперсерий для мальчиков и девочек. Lightbricks уже в карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Как обновить квартиру к Новому году? Начните с мебели. Удобные и очень красивые шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские из экологически чистых материалов. Изготовят по вашему персональному заказу на «Фабрике комфорта». В компании «Фабрика комфорта» Новый год уже начался. Грандиозное снижение цен. Салон кожи и меха «Соленик Лизиони» представляет богатую коллекцию шуб и меховых манто. Норка, соболь, рысь. Воздушные, мягкие и соблазнительные. Достойный выбор дубленок всевозможных расцветок. «Соленик Лизиони» – торгово-развлекательный центр «Сургут-Сити-Молл». Второй этаж. «Соленик Лизиони» поздравляет всех с Новым годом и дарит праздничные скидки -50% на весь ассортимент. «Соленик Лизиони» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам удачных выходных, будьте здоровы, до свидания.